Волгоградской области. Это Кургальский заказник, который находится на побережье Балтийского моря. Кургальский полуостров, он практически весь находится под охраной государства. И здесь образовано в 1975 году региональная особо охраняемая природная территория. Здесь уникальный ландшафт, достаточно большое биологическое разнообразие, очень большой индекс видов, занесенных в Красную книгу, как Российской Федерации, так и Ленинградской области, является водно-болотным угодьем международного значения, охраняемым территорией по конвенции Холкома, а также входит в сеть Натура 2000, то есть он имеет 3 международных статуса. И было принято решение о том, что, безусловно, такой заказник имеет повышенный интерес у посетителей, у населения. Многие сюда приезжают отдыхать на побережье Финского залива, посмотреть на уникальные места. И, конечно же, здесь мы организовали совместно с нашими партнерами при поддержке внебюджетных источников маршрут «Долина реки Выбья» и «Лужская губа». Тут уже такие водоемы, как Нарвский залив, Лужская губа. Это сосредоточение очень редких, к сожалению, видов, ценных видов рыб, животных, тюленя, нерпа, птицы. Здесь же на пролетах останавливаются уникальные редкие виды птиц, которые, к счастью, еще и остаются для гнездования на водно-болотных угодьях полуострова. Кургальский заказник, наверное, удивительная, уникальная территория, потому что он наиболее разнообразен именно в зоологическом смысле, ну и, соответственно, растительный мир здесь. Потому что здесь представлено огромное количество ландшафтов, которые являются в том числе и уязвимыми. Туризм важен не только для ОПТ, туризм вообще важен для того, чтобы у нас росло здоровое, так сказать, поколение молодежи, чтобы вообще народ был здоровый, чтобы народ, так сказать, чаще больше находился активно на природе. А ОПТ, ну что ж, там, так сказать, кроме того, что физическая, так сказать, активность, там еще некое, так сказать, познание природы. Так что тут нет сомнений, что дело полезное. Наши заказники, они не закрывают территории, они просто ограничивают режим. Запрещают людям наслаждаться природой, на которой они живут, где они рядом выросли. Ну, конечно же, это нельзя так делать, и это сложно. А вот организовывать хорошие экологические маршруты – это, наверное, лучший и единственный выход данной ситуации. То есть мы не разрешаем неорганизованный туризм, который, как правило, вредит. Мы создаем условия, при которых туристический поток направлен в определенном направлении, где есть специальные точки для отдыха, а самое главное, есть настилы, которые не позволяют элементарному вытаптыванию нарушать, ну, тот же травяной покров. Данный объект, он расположен в таком месте, которое и так испытывает большую антропогенную нагрузку, но оно сохранено как особо охраняемая природная территория, но не просто охраняемая от людей, от всего, а еще и влияющая на наше экологическое просвещение, наше образование экологическое, которое даст возможность нам находиться здесь, не вторгаясь в естественную среду, четко проходя по этим маршрутам, которые мы сделали. И я думаю, что каждый, кто сюда приедет и наберется каких-то этих положительных эмоций, знаний о своей земле, тот уже, находясь в других местах нашей Ленинградской области, может, нашей страны, будет вести себя именно с большой долей экологической ответственности. И природа, она очень благодарна, когда мы даем возможность ей восстановиться. Это все создает определенную надежду на то, что мы не просто восстановим то, что погубили, а еще на многие-многие поколения мы сохраним ту природу, ту естественную среду, которая была за многие
и будут за нас.